Всех приветствую. Сегодня поговорим о такой вот лампочке из Fix Price. Раньше у них продавались вот такого типа лампочки Era Econom. Сейчас появилась вот такая Philips. Мне стало, естественно, интересно. Цена 99 рублей, 7 ватт. Ну и решил я взять попробовать. Сразу что хочу сказать. Светит она неплохо. Единственный минус в том, то, что вот если используете выключатель с подсветкой, ну как бы вот такая вот как бы лампочка светится в выключателе, то вот эта вот зараза, она, короче, как, ну, тоже светится, она полностью не гаснет. Присутствует там какое-то напряжение незначительное, вот, и светодиоды тоже немножко светятся. Так, что сказать, свет холодный, белый, мне в принципе такой свет нравится, я ее вкрутил в коридоре, ну, мне в принципе света достаточно. Вот 7 ватт, значит, давайте рассмотрим то, что у нас нарисовано на коробочке. Значит, 7 ватт, 27 цоколь, 220-240 вольт, 540 люменов, ну, вот здесь написано холодный дневной свет. Так, и вот здесь у нас как бы идет сравнение, да, получается вот LED, потом, ну, энергосберегающая и обычная как бы спиральная. Значит, первый вариант — это вот если 5-ваттная такая лампочка, то она аналогична 7-ваттной энергосберегающей и 40-ваттной спиральной, да. В данном случае вот это вот 7-ваттная, она аналог 10-ваттной энергосберегающей и 55-ваттной, ну, обычной, да, спиральной. Также существует на 9 ватт. Вот тут у нас, как мы видим, энергоэффективность типа 87%. Также где-то здесь я видел то, что данная лампочка что-то там, по-моему, вот срок службы более 8 лет. Но это, конечно, мы посмотрим. 8 лет, да, мне кажется, что вряд ли. Ну, естественно, сделано все это в Китае, Made in China. Так, по коробочке что еще можно сказать? Да, в принципе, особо больше и сказать-то и нечего. Нет, светит она действительно неплохо. Сейчас я вкручу в патрон, посмотрите. Так, вот у меня тут есть патрон для лампы. Ну и что, давайте подключим. Так, ну не знаю. Так, конечно, ничего особо через камеру не поймешь. Но вот если на нее посмотреть, прям зайцы в глазах остаются. Светит довольно-таки здорово. За 99 рублей. Ну не знаю. В принципе, я вот такие, наверное, лампочки я еще буду приобретать несколько штук, потому что вот на кухню две таких нормально, я думаю. Одну в коридор. Единственное, что меня вот это напрягает, то что она не гаснет полностью. Ну, просто не буду вкручивать туда, где есть подсветка в выключателях. Вот такая, да. Вот как раз у меня на кухне идет одинарный выключатель. В коридоре одинарный выключатель без подсветки. Ну, я думаю, будет вот этой лампочки вполне достаточно. Ну, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Кому было полезно, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. До новых видео и до новых встреч. Всем пока.